Всем привет! Сегодня мы будем готовить картофельные драники. Для этого мы берем картошку, я заранее почистила, помыла. Нам понадобится луковица, можно ее не брать, это не обязательно, это в общем по вкусу. И пара яичек. Для начала картошку мы натираем на крупной терке, луковицу мелко нарезаем. Лук мы добавляем в картошку. Разминаем руками. Картошка немножко постояла, дала сок. Теперь этот сок нам нужно отжать хорошенько и слить. В отжатую картошку мы добавляем соль по вкусу, черный перец. Если хотите, можно другие приправы, какие вы любите. Сюда же мы добавляем пару ложек муки. И разбиваем наши яички. И тщательно вымешиваем. Если вдруг картошка будет продолжать давать сок, можно немножко муки подбавить. Теперь жарим драники. Сковородку нам нужно разогреть. Наливаем масло. Также прогреваем его. И небольшой секретик. Обязательно нужно добавить сливочное масло растительное. Тогда драники будут намного вкуснее. Попробуйте. Сейчас масло растопится. Масло перемешиваем. И начинаем драники выкладывать. Каждый раз нужно его перемешивать, потому что картошка продолжает давать сок. И выкладываем. Обжариваем со второй стороны. Драники готовы. Выкладываем их на тарелочку. И подаем со сметаной. Вот такие замечательные драники у нас получились. Внутри они сочные, сверху такие хрустящие. Попробуйте приготовить сами. Все просто, вкусно и доступно. Всем спасибо. Пока-пока.